хотя я и люблю Москву, и привыкла к Москве, но если я поездом еду в Ленинград и выхожу на Невский, так глубоко вздохну и думаю, Господи, наконец-то я вздохнула своим воздухом. Приедешь, так откроешь книжку, думаешь, вот сейчас позвоню по телефону, вот поговорю, скажу там то-то, то-то, то-то. И, в общем, никого нет. То время и это время. Нет. Сюда очень грустно приезжать. Очень грустно, потому что что-то видишь то, а многое уже и не то. Я как-то и волнуюсь, что попадаю в свое детство. Здесь бабушка. Бабушка с дедушкой. Была маленькая, ходила часто, гости были. Мыла бабушка меня здесь, чай пили. После бани всегда. Да. Радостно и грустно. Кто здесь теперь живет? Столько лет прошло. А какие-то воспоминания детства, все равно они сильнее, чем сегодня. Я не помню, что было позавчера, а помню. Помню это. Да. Там черный ход был. Вот здесь четыре окошечка, очень знакомые. Была большая столовая из трех комнат. И еще одна комнатка тети моей одной. Большая семья жила. Мы жили очень бедно. Девять человек детей. И когда собирались на какие-нибудь празднества, то приходили все с внуками. Так что я это очень хорошо помню. Это уютную, маленькую, в общем, квартиру. Thank you.
Вот этот уже двор другой, откуда я пошла в школу. Тут мы еще играли в казаки-разбойники. Здесь были такие подвалы с дровами, где лежали дрова у каждого. Ведь никто не было парового отопления, естественно. Не топили. Поэтому здесь были дрова, и мы там прятались. Также играли вот в это. Да, также бросали всякие нолики. Прыгали. Масса было воспоминаний. И зимние, и летние, и голодные, и всякие. Вот в этом самом дворе. Здесь революция меня застала, непонимающая девочка. Тут я и поступала отсюда, и первое время я ходила пешком до балетной школы. Это довольно далеко, нужно пройти всю Садовую улицу, на улицу Росси. И, очевидно, они и увидели, что мне было это уже трудно маленькое. И они меня отдали в интернат. Здравствуйте, Так нельзя, только можно лапу дать. Смотри, запачкали. Ну это не страшно, Ничего, ничего. Все. Ну, это высохнет. А у тебя больше, которого ты обожала. Ты не хочешь завести собачку? Боюсь. Боишься? Боюсь. Не те глаза, не то все. А что, не похож будет или не выдержит? Не то, что похож. Ну, не тот характер, не то ощущение какое-то. Очень любишь его до сих пор? Я до сих пор. Я первое время, вот не знаю, сколько было, около месяца, может, даже не знаю. Я каждое утро выходила и ходила гулять, как будто бы я гуляю с ним. Я просто ходила по этим местам. Квартира. Громадный зал с большим зеркалом. Мои родители сняли вот этот самый большой зал. Не только для того, чтобы маме преподавать, там немножко еще подрабатывать, а чтобы я могла еще вечерами заниматься. Когда я приходила из школы, мне всегда говорили, ну почему ты не пойдешь, не позанимаешься? Но не так уж мне, может быть, и хотелось. Все-таки я тогда и ленилась. Бывали такие периоды. Все было здесь. Первый наш выпускной экзамен. И мама устраивала всему нашему выпуску такой вечер после вечера исполнения в театре. И мы шли, это было ранней весной, это было в мае месяце, был чудный теплый день. Масса была у нас у всех цветов. Пришлось театру дать какой-то грузовик. Впереди нас шла машина, и мы все аравы шли пешком, веселые, счастливые. Молодая жизнь. Да, палка Николая Николаевича. Для меня Елизавета Ивановна и Николай Николаевич. Это огромная, огромная жизнь.
потому что они, в общем, сейчас для меня существуют. Даже не знаю, что и сказать. Так много связано. В общем, вся жизнь. Вся жизнь отсюда. Родители мне дали вот то первое, что они могли мне дать в период школы. А после школы, естественно, мне требовалось что-то еще знать. Что-то еще знать, впитывать в себя. И вот такое счастье, что я познакомилась вот с этой семьей. Вот в этой комнате был кабинет Николая Николаевича. Он происходил из блоковского поколения. Он был племянником Блока. Часто мне говорил: Галя, как хорошо, что у вас есть одна профессия. Вот вы как-то сосредоточенно занимаетесь одним. А вот я многим и ничего не сделала. Я говорю: Николай Николаевич, милая, как же вы, господи, профессор, известный ученый, и считаете, что вы ничего не сделали в жизни. Красивая внешность и красивое нутро, романтическое, чистое, какое-то, ну, абсолютно, я не знаю, наверное, вот у ребенка бывает вот та непосредственность и чистота, которая, к сожалению, с годами уходит. Эдит Ван тогда еще была драматической артисткой. Она преподавала в студии драматического искусства. У нее было много учеников. Мы все обсуждали, почему это плохо, почему это хорошо. А как тебе кажется, вернее, вам? Николай Николаевич да Галечка называл меня, Эдит Ван иногда Галюша, иногда Галя. Вот, так что всегда вы. Всегда вы. Почему они с нами дружили? Ну, не просто из-за какого-то пристрастия. Очевидно, они где-то и чувствовали что-то очень в нас, может быть, будущее, что-то, может быть, угадывали, хотели. Также она со своими ученицами говорила. Также она рассказывала. Кто-то из них получился чтецом, кто-то получился актером, кто-то получился никем, но человеком. Вот мы учились здесь вот быть настоящим человеком. Мне трудно говорить, как-то у меня... Нет, они были обыкновенными людьми, но другого немножечко, времени другого. Они были настоящие люди, какими должны быть люди и теперь. Ну, можно, не знаю, может, раньше верили в Бога так, они так верили в театр, в жизнь, в честную жизнь какую-то, вот, в настоящую жизнь, без каких-то компромиссов. Здесь был безумно... Веселый всегда Алексей Николаевич Толстой. И Собин бывал, и Мирхольд в свое время. Разговоры, которые я слышала, я не имела права даже как-то, ну, и сказать. У меня даже слов не было на то, чтобы что-то сказать, какое-то свое мнение, не знаю, даже по поводу того, что я или видела, или мне бы хотелось что-то сказать свое. Я просто почти что ничего не знала, потому что хорошо, мама с папой – это одно, это вот первый период детства, это вот воспитание какое-то было одно, они... Того же поколения. Но у них не хватало вот той большей, может быть, культуры театра, драматического театра, музыкального театра. Тут была художественники здесь были. Они это не могли мне дать. Поэтому я понимала, что я даже им немножко причиняю боль, что я почти что каждый вечер свободный, который у меня бывал здесь, я приходила вот в этот дом. Это шло бессознательно, но настолько это было интересно, что хотела сюда, хотелось больше узнать. Ощущение этого поцелуя. Вот ты сделала, скажем так, вот пошла туда. Не бери ее, да, мы немножко теряем. А дорогой здесь.
Да, почти, чтобы оно ощущение было больше. Ты сразу идешь, и она пропадает. Где-то, да, вот он сделал раз, и отсюда пошла, первый, пошла. Вот пошла, сюда? Вот и посмотри еще. Оттуда пойдет, а вот оттуда пойдет. Видишь, ты моментально снимаешь это ощущение. Ты за нее берешься. Как мы ведем себя в отношении к другим людям, в оценке каких-то вещей. Мы все равно и в этом во всем ученики Улановой. За столько лет я привыкла понимать Галину Сергеевну с полуслова, с какого-то нюанса. Галина Сергеевна присутствует рядом со мной всегда. Здесь она или не здесь. Что она подумает, что она скажет о каком-то моем поступке. Галина Сергеевна бывает очень твердой, но в то же время она очень бережно относится к людям, чтобы не ранить человека. Но это все равно со вздохом каким-то. Они немножко, да, вот посмотри, левая, сразу не вертись, только переступить ножку. Раз, два, три, и там. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вздохни, а потом сделай вот это. Почувствовала, вздохни. Знаешь так, собери все. Какое-то у тебя вот тут счастье, не знаю, вот неожиданное для тебя. Чтобы оно было не просто мягким, так и так. Тоже раздельнее, как будто бы ты что-то сказала для себя. Вот. Можно, Сашенька, вы возьмите оттуда, а она подойдет. Первое. Не замедляйте. Так, раз, два, три. Это свое. Переступи, переступи. Раз, два, три, раз. Это кончилось, раз. А вот теперь подумала. Раз, повернулась, та-та-та. И раз. Раз, а потом шла, отошла, отошла. Не торопись. Раз, свободнее, свободнее, свободнее руки. Раз, два, три, раз, присядь. Раз, два, три, еще чуть-чуть мягче, мягче, мягче. И пошла. Раз, два, три, соедини. Раз, опять. Раз, осеклась. Рам, пам, пам. Галина Сергеевна жила только вот своей прошлой жизнью, тем, что она сама делала, а вот теперь будьте добры, делайте так, как я делаю, ну, наверное, она не стала бы таким педагогом. Наверное, у нее не было бы столько учеников. И мне кажется, что... Ну, вот Галина Сергеевна как-то говорила, что она... не только учит, а она и учится у своих учеников, у молодежи. Ну, в общем, в этом, наверное, какая-то сила ее. Духовно, возможно, она всегда одинока. Но бывают моменты, когда она начинает жить в унисон, что ли, с нами, с учениками. Наши разговоры, наши действия завладевают целиком. Но, в общем, это, по-моему, непродолжительные моменты. Естественно, что что-то ей кажется не так, что-то она не принимает, что-то принимает. Но в то же время, в общем, даже это, наверное, нужно какое-то мужество, не жить теми эталонами, которыми жила ты.
в свое время как актриса, а наоборот, вот находить в сегодняшнем дне какие-то новые вещи. Ну, скажем, ведь разные поколения, Галина Сергеевна и наше поколение. Но если бы она была несовременной, то зачем тогда, спрашивается, нам она была бы нужна в нашей репетиционной работе? Может быть, что-то ему западает в душе, а что-то, может быть, и не западает. Но, во всяком случае, я живу в сегодняшнем дне современно. Я не могу сказать, что хоть я стара, но я современная. Я ее понимаю, эту жизнь современную. Но с принципами внутренними того времени. Все-таки это так. Как-то стараюсь держаться. Разбудили полосатенький. Ну, давай, поиграй. Поиграй. Вот так, хорошо. Ну, еще. Ну что? Ну, давай, вот так, ушко, давай. Ушко чешется. Чешется у нас ушко. Куда ж ты ушел? Подожди-ка. Дорогая Галина Сергеевна, никто никогда не спрашивал, как вы танцевали. Спрашивали Уланову, видел? Когда мы говорим по прошествии времени о малом поэте, мы говорим, он писал, но о Пушкине пишет. Искусство высокое не проходит. Вам никогда не быть в прошлом, но всегда в настоящем и будущем. Ваш Ираклий Андроников. Немножко ушки маловатенькие у него. Так прелестный совершенно котеночек. А ушки чуть-чуть. Если бы это была собака, то там, наверное, висели бы уши. Или висели, но надо, чтобы они встали побольше. Скульптор Михаил Аникушин. Будешь спать, а мы будем работать дальше. Может быть, мне повыше, чтобы вам на коленке не стараться. Нет, не надо. Здесь нужно. Со всех сторон. Прекрасно. Со всех сторон. Только челочку не надо, не делай. Все прекрасно. Без щелочки нельзя. Как нельзя? Я никогда не ходила с щелочкой. Не это я сейчас. Это я сейчас просто. А ведь это же ведь будет у меня все-таки театрально, а более-менее. Я даже не знаю, каким это словом надо назвать. Потому что непосредственность восприятия вещей. Галина Сергеевна воспринимает вещи вот такими, как они есть. Она не обращает внимания на бытовые мелочи, которые, безусловно, чем их больше, тем они уводят нас от главного. А вся ее жизнь была как раз обращена только на то, что она должна работать. И все то, что ее окружает, все эти бытовые мелочи, подробности, они все должны были бы служить опять только определенному вот тому, что они привносят в ее основное, в ее профессию. Это очень важно для понимания этой с виду слабой внешней, незащищенной, хрупкой женщины. Живот у нас толстый. Вон какие животы. Смотри, какой здесь твой хозяин. Ну? Смотри, какой твой хозяин. Что тебе не нравится? Ну? Понимаете, в наше время, когда нас окружает такое обилие быта, дача, квартира, машина, ковры, это обилие предметов, которые окружают меня,
оно отвлекает от основного, от моей профессии. И вот Галина Сергеевна человек другой, совершенно среды, что ли. А другого воспитания. Другая духовная сущность у этого человека. Не знаю, как это. Она за душу борется, за какую-то чистоту, вот, понимаете, какой, которую нужно сохранять. Николай Николаевич привез, но пел романсы старинные. Елизавета Ивановна тут же начинала вдруг читать монолог Анны Карениной. Потому что мы просили, сюда бывал только чай, почему-то помню, вареная колбаса, немножко печеница. Мы здесь как-то очень почерпнули вот серьезность. Вот Елизавета Ивановна начала ходить в театр, и больше я с ней общалась в период, когда, скажем, ставился Бахчисарайский фонтан. И она бывала на каждом спектакле. Я посмотрела ваш фонтан. Вы знаете, Галя, у вас же должно быть что-то польское. Я ей говорю, Елизавета Ивановна, я не могу, у меня вот то-то поставлено, вот такие-то движения поставлены. Я не знаю, как их изменить, но они должны быть поняты так, что вот вы все-таки полячка, гордая полячка в чем-то. Там в третьем акте у вас все это как-то нормально. И говорю, а как это сделать? А вот как, я не знаю. Ее ученики Светлана Адырхаева и Андрей Кондратов. Человеком, который затягивает к себе, имея свои богатства, но помимо того, что затянуло его, ты вдруг полюбила. Вот эту любовь дай мне, а потом, когда ты уже в следующем будешь куске, мы будем проходить, ты его отпустишь, только потому, что ты не хочешь, чтобы то, что он замечательный мастер и делает хорошие, красивые вещи, чтобы только тебе он делал. Он должен это делать всем. Поэтому ты отпускаешь свободно. Ты где-то зла кому-то, так как северяну, потому что он просто негодяй и все, что угодно делал. А поскольку этот талантливый человек, который может сделать не только... Ты бы с удовольствием оставила, но ты знаешь, что он любит другую. Поэтому помимо того, что еще и народ должен видеть его мастерство, и тут еще плюс тебе он и понравился. Поэтому, значит, как ты должна пережить все это, еще раз его упрашивать, как ты и поначалу это делаешь, по ходу я тебе буду еще подсказывать. Вот этому учила и она, Елизавета Ивановна. Галя, вот я не могу тебе сказать, как тебе это нужно сделать. Но я тебе могу сказать, что характер твой должен быть вот такой. Я должна чувствовать от тебя вот это. Найди в себе вот это. Там есть ложа с подушками, где мне нужно лежать и там закрыть ноги такой парчой вроде такой, ну как будто покрывало, скажем. Ты проверь, а вдруг тебе положили не то, ты закроешься на сцене. Это же ты должна это освоить, должна ощутить, как это. Мелко получается, да? Много ты держишь одна плечо. Ты попробуй распустить, а где-то взять. Как вы хорошо показали. Ну вот подожди, вот. Перешел он, и ты его перехватил. Вот, значит, начинаешь здесь, там бросила, там взяла. Там или я с ним сломала. Как-то он пошел. Он как-то пошел, я не знаю. Вот так я бросила. Во-во-во, красиво. Вот сделаю вот так. Он прямо так с змеей. Мне это нужно было. Ну, может быть, я им это говорю зря. Кто-то, может быть, это и поймет. Мне это было важно. Потом очень уже... Поздние годы. На сцене. Из-за этого она тоже меня часто говорила. Я очень стеснительная была. И она всегда мне говорила, что Галя, вы знаете, мне не хватает ваших глаз. Вот почему вы как-то не откроете? Почему вы не посмотрите на публику? Я говорю, из-за этого я стесняюсь. Мне неловко. Я не могу сказать, что я чувствую неловко. Нет.
Мне это нравится. Вот появиться, да, выйти на трибуну, выйти на сцену. Я только и жду этого момента, когда я понесусь. Я сокращаю у гримировального стола, по-моему, время уже до минимума. Скорее бежать на сцену, только вот не растерять, так сказать, не растрясти все это. Ну, мне надо, вот как вот, вот было, не знаю, артистка. Мне нужно было отключиться совсем от всего, чтобы вот я как будто бы одна. Я столько себе вдалбливала в голову, столько я себя мучительно перевоспитывала внутренне, чтобы вот, вот эту самую застенчивость и страх преодолеть, чтобы оказаться вот там, как будто бы сама собой. И вот потом я поняла, что мне взят ванной, говорю, ты просто смотри, немножко поверь, ты не смотри, пусть у тебя не будет видно там вот кого-то, пусть там ничего не будет видно. Вот ты сама с собой, вот можешь так заставить? Я говорю, не могу никогда, когда я вижу, выхожу и сидит полный театр. Поколение и сегодняшнее поколение немножечко, конечно, все-таки другое. Все-таки оно другое. Они также, может быть, рьяно относятся к чему-то новому, сегодняшнему новому. Может быть, они стремятся также сделать что-то интересное, что-то, в общем, до сих пор не сделанное, что-то ищут. Но мне кажется, что сегодняшняя жизнь настолько суматошная, если так сказать, по грубому, что она не очень часто их сосредотачивает на своем только одном деле.
ли повторять вам, дорогая Галина Сергеевна, что каждый раз, увидев, услышав вас, мы взволнованно пишем вам на листках, вырванных из тетради. И не гипноз славы тут. Вот был у нас Гагарин. Он поднял наши души, объединил их в опьяняющем восторге. Что-то в каждом дрогнуло. Кто-то стал шире видеть мир. Вообще что-то изменилось в нас и в мире. Так же и Уланова. В другой сфере, в другом измерении, на нашей планете, не улетая с нее и не облетая ее, вы все-таки облетели планету. Вы в каждой душе. Не знаю, когда Россия родит еще Уланову. М. Лихачева.1956 год. Первая поездка Большого театра за границу. Искушенные зрители, видевшие Анну Павлову, Марго Фонтейн, Ивет Шевере. Люди, которые пришли как бы подтвердить свое отношение к балетному искусству, что это искусство очень рафинированное, искусство красоты, красивых поз. Бриллианты, сверкающая публика. Галина Сергеевна Уланова, 46-летняя женщина, которая впервые поехала танцевать на такую сцену. Смешно говорить о волнении, это уже не волнение. Это уже как конец жизни. Я рассказываю так, как я это видела, своими глазами, стоя во второй кулисе с правой стороны. Что же после конца? Кричащие, безумные люди, сбрасывающие с себя норковое манто, совершенно растрепанные, какие-то трубки, которые валялись, они в основном курили трубки почему-то, вот так, как я помню это, бросали между рядов. Они все стояли, плачущие или бросающие цветы.
И их это потрясло, как она своими руками, крыльями закрывала любимого человека, Ромео. В этом была такая жизнь и такая сила жизненная, внутренняя сила, что, наверное, каждый из сидящих мечтал бы в себе это увидеть и почувствовать. Свободный вечер, мы перед спектаклем пошли посмотреть «Дни Турбиных». Вот у меня на всю жизнь осталось два воспоминания, когда я не помню, что я была в театре. Я была там, я была на сцене. Со мной все это случалось, я была с ним, я не знаю, я была племянницей, дочкой кого-то из тех участвующих, которые были.
Вот так, такое сильное впечатление на меня произвели дни Трубиных. И также гроза Целанская тоже. Я забыла все. Вот это было два таких больших события в моей жизни, театральной жизни, которые произвели на меня вот такое впечатление. Потому что сцена вообще это волшебство, это сказка. Это вообще реально, должно быть все реально. Но как в сказке, как там, чтобы человек забыл, что вот он сидит на стуле, может быть, не на удобном, где-то издалека, где-то в бинокль смотрит. Но это не вот эта условность. Это твои воспоминания? В зеркало смотри, вижу. Вот, смотри в зеркало. Вот. Теперь без него. Пожалуйста, покажи, какие у тебя брови. Не-не-не, поменьше. Почувствуй лицо бархатисто, мягкое личико, очень красивое, самое красивое. И вот это самое, то, что тебе он предложил, я должна, да, отдать. Иди. Раз, заломилась. Театр – это все, это святыня. Вот я и дома, скажем, помню, от мамы помню. От папы, который был режиссером на сцене, и всегда кто-нибудь пройдет в грязных сапогах по сцене, или, скажем, вот туда носили галоши, не знаю, но как можно по сцене пройти в галошах? Это то же самое, что если инструмент твой, наши туфли и сцена, скажем, скрипач, это инструмент, у него скрипка, и вдруг пройти по этим самым струнам, пройти в галошах, или не знаю, там, не знаю, в ботинках. Все равно эстафеты существуют. Я мало, может быть, от них взяла. Но что-то, если я взяла, я стараюсь сегодня немножко рассказать своим и как-то, в общем, ну, вести себя стараюсь. Я прохожу у себя по коридору, сидит молодежь, кто-то привстанет, кто-то кивнет, между прочим, головой. Я не то что смогу сказать, что я безумно вежливая, а другие хамы. Нет. Но в основном жизнь такая, все на «ты», все за панибрата. Это очень хорошо. Не в этом есть братство, не в этом есть какое-то вот общение людей, какой-то коллектив, который вместе работает. Ведь Александринка, разные были люди, но это был вот такой сплоченный коллектив. Они так радовались каждой другой, чужой, не своей, своего коллектива, своего близкого успеху. А я не могу сказать, что было бы сегодня это так. Не совсем так. Вот сейчас нет такой святости. Ну, потому что тысячи спектаклей, тысячи выступлений, разные сцены за границей, где выступления каждый день. Ну, наверное, можно и отвыкнуть, и ходить в этих галошах, и на это первый шаг из кулисы на сцену. Это не тот шаг, который нужно было переступить. Может, я иррациональна с людьми. Что же сделаешь? Уж такая у нас профессия, чтобы вначале быть иррациональным, а потом уже все вложить в душу. На тех палках, там, которые большие палки, там повыше девочки были, а здесь маленькие, здесь наш был человек, наверное, 8, может быть, 10 маленькие мы ставили. А педагог был моей мамой, и она старалась меня не видеть, чтобы никак-то не чем-то не показать, что, в общем, я ее дочка, что чем-то я больше, как бы, должна, ну, внимание у нее отнимать, поэтому она как-то старалась меня не видеть, как бы я не смотрела, не заглядывала на нее. Мне трудно было, и хотелось домой, мне не хотелось заниматься, и все это меня как-то не интересовало. Она как-то старалась так мимо взглядом меня пройти, чтобы как-то, ну, именно не встретиться глазами. Так что вот эта палка мне дала. Не будь ее, наверное, неизвестно, какая бы жизнь у меня была. Thank you.
Дорогая Галина Сергеевна, не себе принадлежите, а нам, народу. Это патриотическое чувство высоко держать вас на пьедестале славы. Преклоняю перед вами колени за ваш труд и ваше искусство. Несмашное М.М.